Всем привет! Сегодня 31 мая. Приехали в Латышино. Вот такой трактор посмотреть и заодно косилочку посмотреть. Значит, хотят за него 260. Но решил заснять, показать, что под лопату. Лопату, по-моему, не отдают. Ну вот, двигатель рабочий, не лазили, видать. Скачевый. Здесь он жирон, все вроде протянут. Леня. Ну, не знаю. По мне так колхозно стояла резина. Нормально. Колеса что-то крутили. Ну да, колхозно уже сыпного веса выкинуты. Обратка. Вот так. Да, зацепили. Рекс. А, Рекс. А что ездить? Сейчас включит и все. Слушай, они там же тоже на шлицах, да? Это гайки не подтянут тут, что ли, да? Мне кажется, это невозможно. Сделать так, чтобы они мертвы стояли, да? Ну ты пробовал, то есть уже пробовал решить эту проблему. Здесь они... Я такую эту ни разу не разбирал. Не разбирал. Здесь они проще, здесь тут редуктора, еще они сами. Да, да, сам редуктор, да, стоит, да, и сверху да. Тарелка отдельно. Я Березкий разбирал, у них-то надо все полотно, а здесь вот он редуктор, и в нем вот этот подшипник вместе с этим валом. Угу. Вот она, крышку снимаешь, тут гайка с этим, со шплинтом, удобно. Не, ну вал-то он все равно, и внутри же есть там подшипник, правильно? Шестеренка-то, да, сама. Конечно. А ты имеешь в виду, что сам просто, да, вот редуктор, здесь, да. Не надо разбирать полотно. Полностью. Нет, они, мне кажется, что они наоборот усложнили. Но они утяжелили, скажем. Да, да, потому что на простой КРНовской просто так стоит вал с шестернью и гайка, и тарелка. Так, на той все время вот эти гайки, блядь, они все время откручиваются, отлетают, наматывают. На или наоборот, не откручиваются. Правильно? Да, ну, теряются, блядь. Которых ты, когда косишь, их затираешь. Да, здесь вот, вот эта полотно мне нравится больше. Вот единственное, оно тяжелее, как бы. Минус, оно тяжелее. Больше здесь, как чем дало. Ну вот. Вот за счет того, что полотно тяжелее, поэтому вот здесь и... Ну и просто на предыдущем уровне. Это тебе уже досталось так? Ты ничего не делал, да? Нет, я ничего не делал. А сколько есть скосил? Я тоже учился. Ага. Что-то я ее, по-моему, недавно видел в интернете, нет? Я вот знакомый играл. Ага. Не стоял она. Петуха уже не было, да? Не, есть петух. Ага. А эту ничего не ставил, да? Ну, тоже такой слабенький узел, конечно.
я ее вот сейчас только подцепил, но так я не пользуюсь этим. Ну а так, сколько сам скосил-то есть? По объему. Ну, по... Да нет. Гектар, 2, 10, 20, 30. Скун сняли, а? Специально оставил, чтобы стянуть, да? Ну, как, да, как. Селение. Да-да. Не-не, все правильно. Это больше, уже в этой, на новую тысячу рублей. Будет, а это старого образца нет. А эти хорошо ничего не валяются, пока все-таки крепости дают. Все правильно, все правильно. А передний чего ты отсоединил? А зачем? Не нужен. У меня перебоны бывают там, по 50 километров. То есть по дороге хуже еще, да? Ну понятно. Ну, в основном по дачам по этим всем, да? А что такое поставил? Это понятно, что вот я говорю, а почему такой глаз? Ну а он греет их долго. У меня стоит 1.8 польский, знаешь такой? Вот такой. На всех. И такой был, и был наш советский такой, знаешь, с этим. Ну тот польский, он 1800, наверное, да? Да. Ватт. Да. Ну а это 800. Ну, время нагрева. Ну, раз, зимой я как-то редко мало работаю, да. Тут я в этом году... Так, чтобы дырку просто заткнуть, да? Я в магазинчик работал. А, снег берет. Да, я бы его не поставил. Я сидел, у меня под навесом. И наряд. Аккумуляторы два, да? Ну, разница, я говорю. А 2,90 к 180. Лучше 2 стоит. А почему лучше? Так, 4 года. Это 4 года тебе хорошо. И ему говорю, это все хорошо 4 года. А сейчас ты такое уже не купишь. Сейчас он продается почем? 6-7 тысяч на. Если, блядь, постановлю. Правильно, правильно. А нормальный ты и не купишь. 190 нормальный купи. Сколько он? Под двадцатку? Это тоже что-то колхозное. Что? На своем тракторе. Что если поставил? Ну тогда не было силикона. Ага. Тоже предыдущий. Не, я силиконовый не ставил. Мы поставили эти в оплетки в этой железной. Ну и правильно, не течет, а хуль туда лезть, правильно? Ну, чуть-чуть скинешь. Сколько хочешь? А сколько ты поставил? Может, мы разные объявления смотрели? 80. А на бензин сколько? 1000. Я видел много рутер. В Московской области, я так понял, что бесполезно искать вообще. Так их и нету, там то, что их нет. Нет, а понимаешь, для меня, то есть, просто расстояние, вопрос. Стоит вроде, да, хороший уже, цилиндр тоже. Вот цилиндр вот здесь, который, такие еще есть. Это вообще, да. Там они древние, бог знает какие. А так она еще и лучше. Там, да, лучше, она подымать не подымает, полотно измучить. Нет, цилиндр-то хрен с ним, его поменяем, другой поставим, а там полотно-то вечное. Вот этих... Ну тоже, да, сколько отработало. Не знаю, три раза перебирали и все нормально, и ходит, и ходит. Ездили, так и не